Hi guys, welcome back to Junris Vlog of the Greek. So for today's video reaction, let's go to our favorite country, which is Russia. Привет and спасибо to our Russian friends. How are you? I hope you're doing fantastic and amazing. And the title of this video, as you can see on my thumbnail, and this is of course, we love Putin, Vladimir Putin, and that's why we love to listen on his speeches, especially in terms of economic growth or economic issues or politics issues in Russia. And we love to listen with him, because the power of this message, the power of his thoughts, you will like enjoy listening how genius and smart and brilliant he is. And the title of this video is Powerful Speech of Putin at the Summit of the Heads of the APEC Countries or the Asia Pacific Economic Cooperation. And credit to the honor also with the video to Politics Today, Russia, USA, Ukraine. I'll put in the description box below so that you can connect also with the owner of the video. And if you're new to my channel, just click the subscribe button, click on notification bell so that you'll be updated on our future uploads. And if you have some comments and suggestions related to Putin's videos or Russian artists that you can suggest, drop a comment section. I'd love to read and respond to you all and make your video request. I'm so excited with this one, guys, because learning the progress of Russia, and then especially for the pandemic issues, and now it's going back, but of course economic growth on every nations, how it gets affected with the COVID-19. And let's see and listen with Putin of how he will be doing on this one, facing with the issues. Let's get to it. Enjoy, guys, and I want to hear also with you at the comment section what are your thoughts with regards to this video. And please turn on the CC down there for your Russian, English, or whatever language that you want to choose. Let's get to it. Enjoy, guys. Привет, and спасибо to all of you. Отметила директор, распорядитель Международного валютного фонда госпожа Георгиева. Да, еще очень много проблем, но все-таки глобальная экономика постепенно выходит из кризиса. Yes. Последние прогнозы действительно свидетельствуют о том, что прирост мирового ВВП по итогам года составит 5,9%. Причем для экономик АТЭС этот показатель будет еще выше, в среднем 6,4%. Что касается России, мы уже вернулись на допандемийный уровень по росту ВВП, и в 2021 году, по нашим оценкам, он составит до 4,7%. Конечно, это не самый высокий в регионе рост, но и не самый низкий. Это для нашей экономики вполне хороший показатель. Вместе с тем, в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в мире в целом сохраняется множество социально-экономических и других проблем, о которых вы, уважаемые коллеги, уже говорили. Right. Да и сам коронавирус еще далеко не побежден. Не исключено появление новых и даже более опасных штаммов этой инфекции. Поэтому без преувеличения жизненно важно не ослаблять усилия по борьбе с пандемией, делать все необходимое, чтобы укрепить системы здравоохранения наших стран, улучшить их ресурсное и технологическое обеспечение. И решению этих задач, масштабных задач, безусловно, способствовало бы качественное наращивание международного сотрудничества в медицинской и фармацевтической сфере. Right. В этой связи более значимой становится и роль Всемирной организации здравоохранения. И, конечно, ее деятельность заслуживает всяческой поддержки. Недопустимы шаги, которые бы ущемляли прерогативы ВОЗ, работающие под эгидой ООН. При нашем общем содействии Всемирная организация здравоохранения могла бы еще активнее заняться проведением массовой иммунизации населения, поскольку доступ к вакцинам пока, к сожалению, как тоже уже это отмечали, не могут получить многие нуждающиеся в них страны. Это происходит в том числе из-за недобросовестной конкуренции, протекционизма, из-за неготовности ряда государств к взаимному признанию вакцин и вакцинных сертификатов. И ВОЗ могла бы ускорить процедуры преквалификации новых вакцин и препаратов, то есть оценки их качества, безопасности и эффективности. Right. Недавно на саммите 20 Россия предложила партнерам в кратчайшие сроки проработать вопрос о взаимном признании национальных вакцин и сертификатов.
уверен, чем быстрее это будет сделано, тем легче really будет возобновить в полной мере глобальную деловую, туристическую и иную активность. Подчеркну, наша страна продолжит оказывать содействие всем нуждающимся странам поставками вакцин, медикаментов, оборудования, тест-систем, средств индивидуальной защиты. Россия, как известно, первой в мире зарегистрировала вакцину против COVID-19 – «Спутник Ви». На сегодняшний день этот препарат одобрен уже в 71 государстве с общим населением свыше 4 миллиардов человек. И демонстрирует высокую безопасность, высокую эффективность. Помимо двухкомпонентной вакцины «Спутник Ви», в России создан и применяется однокомпонентный препарат «Спутник Лайт», который может использоваться в том числе для повышения эффективности других вакцин. И мы также предлагаем его партнерам. Уважаемые коллеги, пандемия продемонстрировала, сколь огромное значение имеет свободный и недискриминационный доступ всех государств к жизненно важным товарам и услугам, ресурсам, технологиям. Россия выступает против протекционизма в мировой экономике и торговле, за отказ от использования односторонних, политически мотивированных ограничений в целях борьбы за рынки и устранения конкурентов. Мы убеждены, что в интересах всего международного сообщества сохранять и укреплять многостороннюю торговую систему, в центре которой Всемирная торговая организация. В конце ноября в Женеве пройдет очередная 12-я министерская конференция ВТО, в которой примут участие представители всех наших экономик. Предложил бы сориентировать их на выработку разумных компромиссных договоренностей в торговой сфере, которые будут способствовать расширению взаимных экономических и технологических обменов. Россия готова внести свой вклад в такую работу. Наша страна также заинтересована в самом тесном сотрудничестве с экономиками АТЭС по тематике цифровизации. Цифровые технологии являются хорошим подспорьем в решении комплексной задачи укрепления взаимосвязанности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, развития инфраструктуры, транспортно-логистических коридоров. К числу приоритетных направлений кооперации участников АТЭС на цифровом треке относим обмен передовым опытом внедрения цифровых технологий в традиционные хозяйственные отрасли, подготовку профильных кадров, совершенствование нормативного регулирования информационной сферы, развитие системы связи и коммуникации, применение искусственного интеллекта. И, конечно, обсуждая вопросы сотрудничества экономик АТЭС в решении острых глобальных и региональных проблем, мы должны учитывать и то, что серьезнейшим вызовом является изменение климата. В свое время по российской инициативе в рамках АТЭС был утвержден перечень товаров, способствующих охране окружающей среды и сбережению природных ресурсов. Экономики форума взяли обязательство обеспечить льготный режим торговли им. Поэтому, разумеется, поддерживаем предложение новозеландского председательства по расширению списка таких товаров. Российские эксперты примут самое активное участие в этой работе. В целом, полагаем, что торговая политика могла бы активнее способствовать борьбе с глобальным потеплением, поощрять внедрение передовых технологий, сокращающих выбросы парниковых газов. Вместе с тем, процессы адаптации глобальной экономики к новым, более жестким экологическим требованиям и перехода на чистые источники энергии. And that's good. I really like весь комплекс вопросов экономического и социального развития и осуществляться строго на основе универсальных договоренностей, выдвинутых в рамках ООН. Уважаемые коллеги, все эти актуальные вопросы сотрудничества по линии АТЭС нашли отражение в подготовленных для утверждения по итогам саммита заявлений лидеров экономик стран-участниц нашего объединения и в плане реализации долгосрочных ориентиров развития АТЭС до 2040 года. Россия, конечно, их поддерживает. Полагаем, что оба документа представляют хорошую основу для дальнейшего выстраивания взаимодействия в рамках форума в поиске коллективных ответов на наиболее остро стоящие перед Азиатско-Тихоокеанским регионом вызовов и угроз. Отмечу еще один немаловажный, на наш взгляд, момент.
повышение эффективности деятельности АТС способствовало бы большая координация с другими региональными форумами и организациями созвучной повесткой, Евразийским экономическим союзом, Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии, Шанхайской организацией сотрудничества. Россия будет этому всячески способствовать. И в целом мы намерены самым активным образом участвовать в процессах развития конструктивного и взаимовыгодного сотрудничества на всем обширном азиатско-тихоокеанском пространстве. И в заключение хотел бы пожелать успехов таиландским друзьям, которые принимают председательство в форуме АТС. Безусловно, можете рассчитывать на нашу поддержку и содействие. Благодарю вас за внимание. Wow. That was truly an amazing again with Vladimir Putin, because he's always thinking of what are good in the country, and this is showed how his leadership in the country. Of course, we cannot go against with what the pandemic given to us. Every nation all over the world got an issue with regards, because it giving us such like a heavy burden when the country was all of the economic conditions was going down, and Putin giving those like advanced ideas of how it will get through, it will get back into things. It was done, or like even if it like 4.9% your GDP will going up high, it is not good compared before, and it is not bad compared before also, and that's truly amazing of him, like thinking in advance of this is are the things that need to do. Wow, he is always been a brilliant, a genius, the way how he speaks, thinking of all the people in his country, of all the things that he needs to coordinate with other nations also in going back in the economic growth of the country. And that's so interesting and amazing of him, thinking of his country, of how it will develop once again, it will get back once again where it was before. And that's amazing. And I was so interested listening, because things like this one, you really have to get something information that full leadership, that always thinking of his people, of his country, of how it will be good. And that's it, guys. Bravo and salute as always, and much love and respect from here in the Philippines to the President Vladimir Putin, because when he opened his mouth, you will like there is something the brilliant, the genius of this man that you will enjoy listening. I hope you enjoyed watching with this one, and if you do, and if you really want to see the full video and connect with the owner of the video, I'll put in the description box below. If you like this video, guys, same as I did, just give a massive thumbs up. Like and just subscribe also with my channel. This is Junris Vlogadag React, saying stay humble, stay positive, guys. If you want to connect my social media account, is in here. If you want to connect my second channel, it's in the description box below. Thank you so much, Prebietans, Pasibato, or Russian friends. Have a good day, everyone. Bye-bye. Mabuhay po tayong lahat. God bless po, and see you in my next video reaction.